Сегодня мы поговорим о роли международных организаций в решении международных конфликтов. Сегодня приглашенный эксперт у нас Николай Назаров, PhD, руководитель Центра исследования региональной безопасности в Украине, эксперт от Украины программного комитета «Безопасное общество. Защита свободы и безопасности Европы и ее граждан» программы «Горизонт-2020». Маленькая историческая справка, про какие события мы говорим. События случились в феврале-марте 2014 года. Запустил вот этот процесс конфронтации между Россией и Украиной аннексия Крыма, и сразу же через несколько, буквально через месяц, вооруженный конфликт на востоке Украины, Донецкая и Луганская области. Сразу же тут нужно сказать, что реакция и Совета Безопасности ООН, и Евросоюза, НАТО были на непризнание этого референдума. Я буду разбирать три ключевых организации, которые, с моей точки зрения, вовлечены наибольшим образом в российско-украинский конфликт, в те события, которые происходят с 2014 года по сегодняшний день. И это НАТО, это Европейский Союз, это ОБСЕ и это ООН. НАТО с самого начала, с 2014 года, заняла позицию достаточно принципиальную. НАТО не признала референдум в Крыму. НАТО практически сразу сказала, что на востоке Украины не какие-то сепаратисты, а Россия и российские прокси, то есть ведомые Россией, в том числе граждане Украины, которым предоставляется соответствующая финансовая, техническая, консультационная, стратегическая поддержка. Количество совместных учений после 2014 года между НАТО и Украиной увеличивается. Каждый год проходит, скажем так, достаточно много разных учений, разных родов войск, с разной численностью, скажем так, в разных частях Украины. И основная задача — это, по сути, такая символическая — показать России, что НАТО поддерживает Украину, что НАТО с Украиной, и что, скажем так, помощь будет, да. ЕС, во-первых, сделал важные символические шаги, которые украинское общество ждало. Во-вторых, конкретно возросли показатели торговли, взаимоотношения экономические, которые, собственно, и способствовали тому, что Украина в 2016-2017 году постепенно начала выходить из экономического такого кризиса, да. То есть соглашение об ассоциации было подписано 2014 год. Там, если кратко, имеет место быть политическая и экономическая составляющая. Было принято решение про либерализацию визового режима между Европейским Союзом и Украиной. Граждане Украины получили возможность на определенных условиях без виз путешествовать в Европейский Союз. Торговый партнер номер один для Украины. После 2015 года 40% на сегодняшний день от общего товарооборота Украины занимает Европейский Союз. Организация Объединенных Наций также с самого начала конфликта включилась в работу, да, украинская сторона направляла соответствующие документы для того, чтобы на уровне ООН, на уровне Генеральной Ассамблеи принимались резолюции, которые бы четко зафиксировали, что Россия есть оккупантом, что в Крыму была незаконная аннексия, и что Россия оккупирует часть территории Украины. В 2014 году была первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Далее уже в 2018 году я выделил три, с моей точки зрения, ключевых резолюции. 2018 год
резолюция была направлена уже по вопросам прав человека. Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и город Севастополь, Украина. Также эта резолюция была принята, и она четко фиксирует нарушения прав человека в Крыму, указывает на огромное их количество, особенно в отношении крымско-татарского народа. И, собственно, эта резолюция призывает Россию прекратить такие действия, прекратить оккупацию Крыма, также освободить всех политзаключенных. ОБСЕ, Организация безопасности и сотрудничества Европы, была создана такая структура, как специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с момента, собственно, оккупации Крыма с 2014 года. И задача этой миссии, как, собственно, и других миссий ОБСЕ, это ежедневный контроль на территории всей Украины, четкое фиксирование, что происходит, какие нарушения происходят с той или иной стороны, никаких интерпретаций ОБСЕ не дает, а четкая формальность, сколько было нарушено, кем было нарушено, с какой стороны было нарушено перемирие, во сколько, в какой день, все это фиксируется, и раз в два месяца делаются отчеты. К моим выводам, вот оценки на примере украино-российского конфликта, как работали организации, которые я привел, в чем их сила, в чем их слабость. Ну, первое, деятельность международных организаций хоть и не влияли кардинально на ход конфликта, но способствовали уменьшению его интенсивности. Второй вывод, санкции отдельных государств, в первую очередь это США, Канада, Британия, а также организации ЕС, НАТО сдерживали Россию от чрезмерной поддержки ее прокси в Украине. Третий вывод. Значимую роль международные организации сыграли в предоставлении финансовой и дипломатической поддержки Украине. И я выделяю такие организации, в первую очередь ЕС, НАТО, Международный валютный фонд, а также отдельно США, как сверхдержава, которая и при Обаме, а еще больше при Трампе, конкретно помогали Украине, в том числе решение по предоставлению Джавелин для Украины. И четвертое, Россия активно использует свое влияние для давления на организации отдельные страны для продвижения собственного нарратива. Я бы еще акцентировал внимание на возможности таких общественных организаций, которые работают в Украине, которые ставят перед собой цель способствовать вот, формированию такого стойкого демократического общества. Стоит ли сегодня вообще надеяться вот, в современных условиях странам в момент возникновения конфликта надеяться на международные организации? Когда ты рассчитываешь на другие субъекты, ты, скажем так, меньше рассчитываешь на самого себя, это уже ошибка. Безусловно, нужно рассчитывать на свои возможности, на возможности общества, на экономические, на военные возможности, на ситуацию в твоей стране и, собственно, готовить общество к тому, чтобы оно было готово, если нужно и воевать, и нести определенные издержки экономические. Но это абсолютно не означает, что нужно забывать про международные организации. Можно ли говорить о том, что международное гражданское общество сейчас и международные частные корпорации могут быть фактором стабилизации миротворчества? Безусловно, идут дискуссии о том, кто перехватит инициативу в построении мира после национальных государств, либо национальные государства вернут к себе, скажем так, возможности контролировать ситуацию национальное правительство, или это будут транснациональные корпорации, или это будет такое международное гражданское общество. Я думаю, что ответить однозначно невозможно, и я вижу, скажем так, возможности развития абсолютно разных конфигураций. То, чем занимаются гражданские активисты, тренеры гражданского образования, это... Знаете, как обратное, что ты действуй локально, тогда, возможно, что-то и глобально будет получаться, да, вот в таком смысле.
Поэтому мы, как эти агенты мира, не только изменений, но и агенты мира.